Больше года в Карагандинской области простаивает единственный в Средней Азии завод по утилизации автохлама. Из более 300 работников на предприятии осталось 75, но из них почти половину со дня на день уволят. Почему счета и имущество завода арестованы, хотя он не проходит ни по уголовным делам, ни по гражданским? Смотрите в сюжете Людмилы Батюшкиной. Уникальные специалисты, которых учили в Европе, сейчас делают работу садовников и дворников. Завод простаивает с февраля прошлого года. Ни один из них не хочет увольняться. Зарплата на заводе высокая. Но 35 рабочим уже сообщили, что грядет сокращение, так как надежды на снятие арестов со счетов и имущества завода тает с каждым днем. Завод по утилизации автомашин – партнер скандального ТОО «Оператор РОП». Обидно, потому что я его с колышка начинал. Хорошо, нам в пыль в глаза вкидает. Вот на биржу поставим, биржу поставим. Ну, а что тут мы же видим? Кто на бирже стоит, что творится. Ну, неужели государство, президенту, который сторонник этого защитника Конституции, не может нормально это поставить точку этому делу, что ли? А что там наверху, кто-то что-то украл, или что? Или их руками нас хотят, мы-то ни при чем. Мы просто рабочие люди. Все, нам эта их политика нам не нужна. И сейчас, например, сейчас у нас сокращают, бюджет нас сокращает. Ну, у нас действительно сейчас вот столько людей, куда мы уйдем? Мне осталось 2,8 до пенсии, куда я сейчас пойду? Кто меня возьмет даже на бирже? Наверху свои амбиции или что там воплощают люди, да. А нас просто как расходник. Сейчас мы не нужны, сейчас вот нас только, почему-то только нас вот сейчас с нашего завода всех сокращают. Все же понимают, что происходит. Что происходит? Сверху идет борьба за власть была, вот они все сейчас начинают делить. Завод Recycling Company, единственный в Казахстане и во всей Средней Азии, перерабатывал вышедший из эксплуатации автотранспорт. Все дорогое зарубежное оборудование второй год простаивает и портится. Даже запчасти завод купить не может, так как счета заблокированы антикором. Руководство говорит, что увольняет рабочих вынужденно, хотя это приведет к катастрофе. Потом этих специалистов, на обучение которых затрачены многие миллионы, будет не вернуть. Написали неимоверное количество ходатайств о снятии ареста с нашего имущества, на которые получили ответы, что мы не вовлечены в арбитр. Уголовно-правового поля. Мы не являемся стороной данного уголовного дела. Решается судьба нашего завода, который никаким образом не касается, да, к данному хищению. На все наши запросы следователь отвечает, что следствием установлено, возможно, имеется факт хищения. Но, как мы все понимаем, да, все образованные люди, что следствие не может быть установлено, возможно, что имеется. Оно либо установлено, либо установлено, третьего не дано. С учетом простоя мы стоим, но мы платим налоги, мы платим коммуналку. Нас от этого никто, от этих расходов не освобождал. Руководство завода требует, чтобы его тоже признали стороной в уголовном деле по оператору РОП. Сейчас в Астане судят его руководители. Учредитель и оператора РОП и завода Алия Назарбаева тоже к суду не привлечена, хотя подсудимые требуют этого. Администрация завода написала около сотни жалоб и обращений. Сам коллектив тоже написал видеообращение к президенту Казахстана. Прикрываясь вашим поручением, завод ведут к банкротству. Целью чиновников стало любым способом конфисковать завод для ЖСЛ «Дому». Арестованы счета, возникают какие-то новые налоги, составляются какие-то безумные заключения, что мы должны работать за 955 тенге. Здесь антикор подложил мину ЖСЛ «Дому» и всему автопрому. Если стоимость утилизации одной машины всего 955 тенге, то почему ставки утильсбора такие огромные? Данное предприятие к нам обращалось. Так как данный вопрос находится на контроле Генеральной прокуратуры, мы направили в наш центральный аппарат Атамекена это обращение и включили в дорожную карту межведомственной рабочей группе при Генеральной прокуратуре. Сейчас мы ждем разрешения вопроса на центральном уровне. Нонсенс, но сам оператор РОП до сих пор работает, а завод по утилизации автохлама нет. В антикоре считают, что завод построен на украденные деньги, но комментариев не дают. Отказались говорить и в правопреемнике оператора РОП ЖСЛ «Дому». Он продолжает взимать утильсбор с автовладельцев, но автохлам не перерабатывается. Людмила Батюшкина, Шалкар Алтынбеков, Данил Заславский, Пятый канал.